Асфальта много не бывает. Глава города Алексей Хохлов лично проверил ход работ по восстановлению тротуара на улице Кузнецова. Жители района не раз обращались за помощью. И вот свершилось. Ну, это, к сожалению, не единственная горячая точка в городе. Обращений по тротуарам, по дорогам достаточно много идет от жителей. Угол улицы Ленинградской и Кузнецова, он давно у нас в планах на реконструкцию. Здесь будет аллея блокадников. Всего на капитальный текущий ремонт дорог и благоустройство тротуаров в этом году планируют выделить более 140 миллионов рублей. Как и в прошлом году, отремонтировать хотят больше. В планах капитальный ремонт улицы Калинина. Надеюсь, сумеем приступить к реконструкции вокзальной площади. Завершение дороги улицы Кудряшова от генерала Хлебника до улицы Летчика Лазарева. Без внимания не оставят и небольшие улицы, соединяющие проспекты, а также карманы у остановок общественного транспорта. В планах ремонт 27 тысяч квадратных метров тротуаров. Произведены работы по демонтажу старого поребрика, установка нового, работы по устройству щебеночного покрытия. Основания. Сейчас выполняются работы по нанесению асфальтобетонного покрытия. Говорят, даже в дождливый сезон на тротуарах не будет луж благодаря особому уклону покрытия. Специалисты администрации отмечают, крепкий фундамент для решения дорожных проблем муниципалитета заложен. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.